суточные ритмы тестостерона. Тестостерон, пожалуй, самый известный андрогенный гормон, проявляющий анаболические свойства по отношению к мышечной ткани. Наибольшая концентрация гормона тестостерона у мужчин наблюдается рано поутру, во время и непосредственно после пробуждения, в 6-7 утра. К 9-11 часам базовый уровень тестостерона стабилизируется, продолжая совершать небольшие вторичные колебания. В среднем колебания вторичного фона, накладываемого на базовый, происходит с частотой от 5 до 9 раз за час. К 18 часам вечера наблюдается еще одно пиковое увеличение продукции тестостерона. К 9-10 часам вечера, сменяющиеся своим каскадным спадом. В это время мужской организм испытывает минимальный суточный уровень основного своего андрогена. Причем при регулярной половой жизни в вечернее время данный спад может приходиться на более поздние часы, час или три ночи. После интенсивной анаэробной нагрузки концентрация уровня тестостерона в крови минимальна. Но это не означает, что организм в этот момент испытывает тестостероновый голод тотально. Просто весь тестостерон из плазмы устремляется во внутриклеточное пространство, включаясь в процесс регуляции синтеза клеточного белка. Снижение уровня тестостерона наблюдается и после употребления в пищу простых углеводов, в особенности глюкозы. Низкая физическая активность ведет к планомерному снижению базового уровня тестостерона в любом возрасте. Для поддержания природных пиков тестостерона и времени их проявления необходимо придерживаться также несложных правил, что и в случае с гормоном роста. Соблюдать режим сна и бодрствования, питаться достаточным количеством белка, избегать стрессов и перетренированности в том числе. Регулярно тренироваться с полноценным восстановлением. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!